Итак, друзья, получил, как я вам и говорил, серебряную кнопку Ютуба. Вот такое на коробочке. Я снимаю на мобильник, на нем удобнее, 4К качество. Вот с такими надписями. Видите, вот тут официально написано, что это Валерий Малинок, Брест, все дела, ля-ля-ля. Ну, то есть, вот оно вот так красиво упаковано. Признаюсь честно, я, ну, YouTube, все, логотип, что я вчера уже открыл, не удержался. Поэтому сегодня вам покажу коробочку. Это вот такая она упакована. Шла 6 дней из Сан-Франциско и прислали. Вот, смотрите. Вот, видите, вот эта вся упаковка эта. Здесь обязательно вот у них такие вот. Смотрите, это для меня как бы, ну вот, что действительно награжден за 100 тысяч подписчиков. Ну, правда, здесь оно не именное, но как бы, поскольку кнопка имена, значит, понятно, что это для меня. Сьюзен Вожицкий подписала, генеральный директор YouTube, такой вкладыш. Ну, кнопочку еще, ладно, вот такая вот еще поздравление. Это они для всех высылают. Вот. Рик не упаковал. Рик, спасибо. А вот так она выглядит, сама кнопочка. Видите, вот она такая. Она громадная, кстати. Она очень большая. Тут написано, что Валерий Малинок набравших 100 тысяч подписчиков. Вот она как бы в серебряных цветах. Так, и сейчас я это все распакую и покажу вам, как она выглядит вообще, натуральную величину. Хотя это очень сложно показать. Да, кстати, еще вот тут, смотрите. Вот они такое вот вещи. Вот показывают. Специальный супердрай. Для того, чтобы не портилось, не отсыревало. Ну, то есть как-то... Тут, наверное, для протирки, скорее всего, ее. Ну, сейчас открою, посмотрим, как она выглядит без целлофана. Сейчас, смотрите, сейчас, секундочку. О! Вот так выглядит эта кнопочка. Вот оно, все дела. Вот она, сама кнопочка. Ну, материал, не знаю, какой здесь, но толщина изрядная. С обратной стороны тут две вот таких цеплялочки проема. То есть можно как бы ее цеплять и смотреть. Вот, видите, типа велюра, что-то такое вот оно, чтобы не двигалось. Ну, вот такая кнопка. Вот такая кнопка от YouTube. Вручается за 100 подписчиков. Я горжусь, что я смог их набрать. Я рад, что мой канал вам нравится. Я хочу, прежде всего, ребят, сказать всем огромное спасибо. Всем. И самое большое спасибо моему сыну. У меня сын Малинок Виктор Валерьевич. Вот, именно благодаря сыну это стало все возможным. Целый год он меня гонял, как сидорову козу, заставлял правильно оформлять, прописывать теги, делать описание. Учил, как правильно снимать. Ну и вот результат. Папа оказался у него хорошим учеником. Ну, а без вас, друзья, я тоже ее не получил бы, поэтому это наша общая кнопочка. Вот, это признание ваших заслуг, то, что вы смотрели мою съемку. Я надеюсь, мы с вами вместе получим еще и золотую кнопочку. Огромное вам всем, друзья, спасибо. Без вас ее бы не было.